менеджер — это тот человек, который приносит тебе покушать, когда ты хочешь кушать. Ну, менеджер — это принеси, подай, что-то реши. Менеджер — это главный, мне кажется, да? Главный у нас. Неотъемлемая часть команды. Мозги пилота. Это у нас нету таких. Менеджер — это решало. Менеджер — это руки и ноги пилота. Пока пилот кушает, менеджер делает все остальное за него. Пытается сделать так, чтобы ты максимально комфортно себя чувствовал и только рулил. Менеджер — это Нина. Она берет гонщика, его причесала, посадила в машину и отправила в бой. Дает возможность пилоту насладиться именно дрифтом. Менеджер — это тоже человек, но уже более такой приземленный. А что он делает? Он ходит, бумажки подписывает. Помогает всем, и пилотам, и спотерам. Главным в команде, и нам тоже. Человек, который за тебя придет к Насте, получит документы, сдаст бабки, может быть, не все, получит пинков, вот, будет обруган или обласкан, в зависимости от качества его работы. Спотер — это человек, который мешает, поэтому у меня его нет. А менеджер — это человек, который помогает, поэтому у меня менеджер — спотер. Человек, который отвечает за всю движуху, и без него тоже очень туго. Человек, который решает все организационные вопросы. Не могу сказать, я еще не придумал. Человек, который помогает. Человек, который помогает всем делать свою работу. Суетолог. Руки пилота в нет раз. Человек, управляющий гоночной командой. Решает вопросы. Это косички. Косички делают все. Это кто всегда во всем виноват. Ангел-хранитель команды, мне кажется. Душа гонщика. Важное звено в команде. Это босс. Чего? Меня. Босс меня. Менеджер — это босс меня. Менеджер — это главный красавчик.